Здравствуйте, меня зовут Ева Лекцер. И в текущем видео хочу вам предложить онлайн-расклад. Стоит ли ему доверять? Карта покажет истинное отношение вашего партнера к вам, а именно его мысли, чувства и подсознание, скажем так, в текущий момент времени. Ну и карты дадут вам совет, стоит ли вам доверять этому партнеру. Безусловно, решение принимать только вам, но, по крайней мере, вы сможете увидеть объективную картину ситуации. Хочу дополнить, что расклад все-таки является общим. Он для широкой аудитории. Для тех, кто хочет заказать индивидуальные расклады, мои контакты находятся под этим видео. Но сейчас я выбираю те колоды, которые у нас не участвуют в работе. И начнем с первого варианта. Итак, ваша задача расслабиться, настроиться на расклад, проговаривать свое имя, имя вашего мужчины, дата рождения. Если вы не знаете даты рождения вашего партнера, просто визуализируйте его. И давайте картам запрос. Стоит ли ему доверять? Каково его истинное отношение ко мне? Ну и спросим об этом карт. Эта колода немножко буду работать по-другому, так как они имеют рубашки, то здесь не буду выкладывать все арканы сразу, я их буду выкладывать поочередно. Итак, мысли вашего мужчины по отношению к вам. Здесь падает королева мечей. Если вы представительница данного зодиакального знака, этой стихии, то есть именно стихии воздуха, сюда относятся близнецы, весы или водолей, то, безусловно, мужчина думает только о вас. Или же в целом этот аркан показывает женщину свободную, или в бывшем вдову, или разведенную, да, женщину такую очень прагматичную, с аналитическим складом ума, женщина, которая, ну, скажем так, за словом, в карман не полезет, является профессионалом своего дела в какой-либо отрасли, но и держитесь вы достаточно холодно, скажем так, немножечко с высокомерием и свысока относитесь к своему мужчине, если это, безусловно, вы. Если же нет, то, возможно, в мыслях у вашего партнера другая женщина. Повторюсь, возможно. Карты не говорят об этом однозначно. Что у него в чувствах по отношению к вам? Здесь у нас падает аверс карты жреца, но это либо духовный союз, в котором растут оба партнера, либо вы являетесь духовным путеводителем, да, для вашего мужчины, либо ваш мужчина непосредственно ваш, как духовный наставник, духовный учитель, ведет вас по жизни, дает вам мудрость, дает вам опыт. Иногда по этой карте проходит желание брачных отношений, потому что жрец – это все-таки сигнификатор брака, венчания и желание, допустим, узаконить вашу связь. Что же у него в подсознании? О, интересно как. Здесь падают даже две женщины. Так, в подсознании у нас падает аверс королевы жезлов. Если это вы, то это прекрасно. Если же нет, то здесь влияние каких-то третьих лиц. Это могут быть и родственницы, и мамы, и в целом женщина, ну, представительница огненной стихии. Огненная стихия – это у нас овен, лев или стрелец. Женщина яркая, харизматичная, темпераментная, уверенная в себе, которая любит ярко одеваться, приковывать к себе внимание, взгляды. И в целом, знаете, как это правильно сказать, любит доминировать в отношениях с мужчиной. Очень часто это является характеристикой королевы жезлов. Так, стоит ли доверять вам этому мужчине? Колесница. Но по колеснице могу сказать «да». У мужчины есть намерение отношения с вами развивать, двигаться вперед, двигаться к каким-то новым перспективам. Но иногда этот аркан может указывать на позицию, а вот здесь она у вас проигрывается, как усидеть на двух стульях. Поэтому давайте это все-таки карту мы уточним, что же собой она подразумевает. В целом эта карта еще может говорить о желании мужчины совершить с вами какую-то поездку, либо приехать к вам, либо в целом, знаете, чтобы вы переехали к нему. Может быть и такой вариант. Поэтому давайте смотреть. И все, о чем нам говорит аркан. Так, а здесь у нас падает реверс пажа жезлов. Ну, смотрите, это какое-то немножечко легкомысленное отношение. Все-таки, мне кажется, именно в этой ситуации проигрывается наличие двух женщин.
из которых мужчина до сих пор не может сделать выбор. Опять же, скажу, то, что мне идет интуитивно, так тут поток информации. Насколько это проигрывается у вас, мне неизвестно. Плюс я не знаю, как у вас работает интуиция. Но вот здесь мужчина пока с этим вопросом не разобрался и не решил. И однозначно, знаете, вот как повернут к вам и к ситуации спиной, потому что его устраивает все, как есть. Его устраивает наличие двух партнерш и та ситуация, что в принципе он может манипулировать и управлять двумя женщинами одновременно. Так, это первый был вариант. Так, переходим ко второму варианту. Здесь я выложу сразу все карты, буду постепенно, скажем так, одну за одной переворачивать. Проговаривайте, пожалуйста, ваши имена, даты рождения. Если вы не знаете дату рождения вашего партнера, то, пожалуйста, его визуализируйте, подумайте о нем. Давайте картам запрос. А стоит ли доверять вам вашему партнеру? Каково его истинное отношение к вам? Так, его мысли, чувства. Подсознание. И стоит ли вам ему доверять? Давайте смотреть. Что у него в мыслях по отношению к вам? Здесь падает перевернутый аркан влюбленный. Либо здесь ситуация ссоры, либо ситуация разрыва взаимоотношений. Или иногда идет ситуация любовного треугольника. Как следствие для мужчины ситуация метаний и невозможности сделать правильный выбор. Так, что же у него падает в чувствах по отношению к вам? Семерка мечей. Ну, по этой карте четко могу сказать, что мужчина, знаете, как скован какими-то обстоятельствами. Не может, скажем так, принять какое-то решение. Потому что вот здесь и путы ему ноги обвивают, и стрелы вокруг него, да, то есть как бы как прибит, прикован. Еще по этой карте, ну, есть желание как-то схитрить. Как-то, знаете, манипулировать вами. Каким-то образом, ну, поступить, что ли, знаете, вот как-то коварнее, чтобы быть в выигрышной ситуации. Однозначно по этой карте мужчина не до конца вам договаривает истинное положение вещей, истинное положение дел. Если все-таки разбираться с позицией чувств, ну, о чувствах здесь, ну, такое, знаете, карта однозначно не говорит. Если они и были, то они были в прошлом. О чем говорит его подсознание? В подсознании у него падает императрица. Так, если с позиции в целом ситуации, то ли по этой карте мужчина, скорее всего, не свободен или женат, и здесь карта непосредственно показывает его супругу. Если же все-таки это мысли о вас, то он вас воспринимает как женщину, идеальную супругу, либо женщину, от которой бы он хотел иметь детей. Но вот то, что складывается в отношениях на данный момент, это явно не устраивает ни его, ни вас. Но по подсознанию императрица – это всегда карта вот женщины-идеала, которая ему подходит во всех смыслах, во всех отношениях. Но повторюсь, здесь не обязательно можете быть вы. Здесь может проиграться наличие другой женщины. Здесь вы уже примеряете согласно вашей ситуации. Просто то, что я вижу здесь по первой карте, скорее всего, у него есть постоянная партнерша. И стоит ли вам доверять этому мужчине? Здесь у нас падает перевернутая звезда. К сожалению, нет. Вот, видимо, именно поэтому карты так и говорят. Потому что перевернутая звезда – это напрасные ожидания. Это какие-то несбывшиеся, нереализованные планы в отношении этого мужчины. Несбывшиеся мечты и надежды. Поэтому по старшему аркану могу вам сказать однозначно. Присмотритесь к ситуации, задумайтесь и взвесьте все за и против, стоит ли вам тратить свое время и ресурсы на эти отношения. Вот такой у нас вышел второй вариант. Теперь переходим к третьему варианту. Итак, для тех, кто выбрал третий вариант. Стоит ли вам доверять вашему партнеру? Каковы его истинные чувства в отношении вас? Его мысли, чувства, подсознание. Проговаривайте, пожалуйста, ваши имена. Визуализируйте себя и партнера. Если знаете его дату рождения, проговаривайте тоже. И давайте картам запрос. Стоит ли ему доверять?
каковы его мысли и чувства и подсознание в отношении вас. Так, мысли, чувства, подсознание и совет от карт. Стоит ли ему доверять? Так, давайте смотреть, что у него в мыслях. Суд. Ну, по суду могу сказать однозначно. Желание возродить ваши взаимоотношения, если вы находитесь в ссоре, да? Карта четко об этом говорит. Либо, если вы семейная пара, желание ваши отношения укреплять. Если же вы не в браке, для многих это может проиграться как брачная карта. Это желание с вами, брачных отношений, создать с вами союз. То есть вот такие вот мыслеформы есть у вашего мужчины. Что же у него в чувствах по отношению к вам? Здесь падает перевернутая смерть. Сейчас мужчина видит ситуацию застоя, что почему-то отношения не развиваются, либо слишком много воды утекло, да? Мужчина не знает, как эту ситуацию исправить. Но вот ситуация какой-то горечи, какого-то осадка. Осознание того, что отношения, неужели они пришли к концу? Вот человек не может почему-то это либо осознать, либо с этим смириться. Что у него в подсознании относительно вас? Тройка пентаклей. По этой карте могу вам сказать так. Мужчина готов исправить ошибки прошлого. Он готов трудиться над вашими взаимоотношениями. Он готов меняться согласно вашим усмотрениям, менять отношения, работать над собой. И в целом, знаете, вот трудолюбиво, мастерски оттачивать ваши отношения, ваш союз. Вкладываться в вас материально, делать то, что вы захотите, чтобы вы себя чувствовали именно той, скажем так, какой образ вы себе придумали. Так, и что же касательно совета, о чем же говорят карты? Пятерка пентаклей – это карта кризиса. Я не могу сказать, что однозначно вам здесь не стоит доверять, мы сейчас будем уточнять, почему. Потому что пятерка пентаклей – ну, это какой-то переломный момент во взаимоотношениях. То есть после этой карты, ну, скажем так, этой поворотной точки, либо люди мирятся, восстанавливают отношения, их связь будет еще крепче, чем была, либо расходятся раз и навсегда. Поэтому давайте посмотрим, все-таки стоит ли вам доверять вашему партнеру. Так, перевернутая шестерка кубков, карта ностальгии. То есть мужчина очень сильно по вам скучает, у него эмоциональная привязка, он действительно, он на самом деле хочет восстановить эти отношения. Поэтому если он к вам пришел мириться, скажем так, встал на одно колено, девочки, на самом деле он правда этого хочет. Потому что мужчина сожалеет об ошибках прошлого, и ему вам как очень не хватает. Но это уже, скажем так, от вас зависит, давать человеку второй шанс или не давать. Так, ну давайте смотреть последний, четвертый вариант. Стоит ли вам доверять своему партнеру? Каковы его истинные мысли, чувства, подсознание в отношении вас? И каков будет совет карт? Проговаривайте, пожалуйста, ваши имена, даты рождения. Если вы не знаете дат рождения вашего партнера, визуализируйте его. И давайте смотреть его мысли, его чувства, его подсознание в отношении вас и совет от карт. Как же вам поступить в этой ситуации? Итак, его мысли. Его мысли. Перевернутый жрец. Ну, карта каких-то лжеотношений. А мужчина по этой карте может быть старше вас. Мужчина, который, скажем так, относится к вам потребительски, вас пользует, либо, скажем так, ведет вам, вас не в том направлении, не в том русле. Да? Но тем, грубо говоря, именно использует вас в своих корыстных целях. Это ситуация какого-то, знаете, неуважения друг к другу, скрытого причем. И по этой карте идет какая-то вот озлобленность. Перевернутый иерофант здесь всегда преобладают какие-то вот, знаете, какой-то вот физический аспект над духовными ценностями. Да, сексуальное влечение, безусловно, есть, но нет души, нет эмоций, нет душевной гармонии, нет этой составляющей.
Что касательно чувств. Здесь вообще пустая карта, чувства закрыты. Либо на человеке идет непрогляд, мы ситуацию то не можем просмотреть, либо действительно у него такое сильное энергополе, что карты не могут читать с него информацию. Что у него в подсознании? Четверка мечей. Ситуация застоя. Человек ничего не желает делать, не желает с вами отношения развивать. Возможно, он по этой карте находится сейчас, не знаю, там в больнице, да, болен, поэтому, скажем так, может быть, не до отношений с вами. Но если брать с позиции не каких-то обстоятельств, а просто отношения к вам, это, знаете, какая-то ситуация безразличия. Стоит ли вам этому мужчине доверять? Нет. Потому что перевернутая десятка пентаклей – это только ситуация сексуального и материального интереса, когда ваш партнер именно вас использует, как я говорю, потребительское отношение. И здесь пустая карта еще может говорить о том, что чувства просто-напросто и нет, нет вообще. Поэтому и карта пустая, говорит не о чем. Не очень такая радужная картина, но тем не менее факт остается фактом. Иногда мужчина по этой карте, он просто-напросто не свободен, поэтому с вами просто проводит время без каких-либо обязательств, потому что десятка пентаклей – это все-таки карта семейная. Но тем не менее здесь у человека четко смещены ценности. У него физическое преобладает над духовным, человек материалист. Вот таким у нас вышел сегодняшний расклад, не совсем позитивным. Но тем не менее, отписывайтесь, пожалуйста, как он у вас проигрывается, либо не проигрывается. Буду вам крайне признательна за обратную связь. Ну а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!